В Ялте открыли так называемую «умную остановку». Она оснащена городской навигацией, вечерним освещением, бесплатным Wi-Fi, зарядным устройством для мобильных телефонов, а также видеокамерами. Планируется открыть и терминалы для оплаты услуг. Проект реализован благодаря сотрудничеству муниципалитета и частного инвестора. Обошлось все это в 1,5 миллиона рублей. В планах поставить еще 10 таких умных остановок в центре города. Хорошо сделанный, качественный продукт, реально несущий наслаждение эстетическое и, скажем, функционально. Город не несет затрат никаких на сегодняшний момент по установке таких остановок. И все риски на себя берет именно, скажем, предприниматель, фирма берет на себя все риски. Город получает именно функциональный продукт. Проект уже год живет в Севастополе. Далее авторы умных остановок планируют работать в Евпатории, Симферополе, затем по всему Крыму. Разработкой также заинтересовался и Санкт-Петербург.